віці 78 років людина впала, зламала ногу в бедрі. Теж зробили операцію і там поставили штирі. Моє запитання, наскільки дієвий може бути цей рак? І чи він не може провокувати від вторження так організмом з цього металу? Примера применения при переломах шейки бедра и вообще переломах костей, применения приборов очень много. Значит, у нас много программ по регенерации, заживлению. Очень много. Они все успешно работают. Кроме того, там есть очень большая папка постхирургических вмешательств. Это антисептик, который может при помощи трехчасовой идет программа гарантировать, что в раневую поверхность после операционного состояния не попадут никакие инфекции, которые вызовут осложнение, раз. Регенерация клеток, где будет лучше зарастать, два, тоже можем сделать. Ну, отек у нас есть, воспаление в программе есть. Мы просто очень не так жалуем Александровну, моего партнера из Киева, которая очень любит рассказывать, как муж поломал ноги. Такая была грустная ситуация, и как при помощи прибора это все заросло. В общем, это точно можно сказать, что при помощи программ прибора заживление идет минимум в 2 раза быстрее. Минимум. Это так, чтобы долго не рассказывать. Вторжение не отбывается? Нет, нет. Ну, смотрите, если мы обеспечиваем септическое состояние, если мы даем регенерацию, конечно же, может быть, витамин D, там нужно параллельно что-нибудь, питание поменять, но там вибрации очень много. Почему организм отторгает? Все механизмы отторжения мы можем убрать. Все. Дякую.